В музее НПО имени Лавочкина представили новую экспозицию. Выставку посвятили легендам предприятия, 100 лет со дня рождения которых исполнилось в этом году. Их исследования внесли большой вклад в копилку знаний о Солнце, Марсе и Фобосе. Главный конструктор Сергей Крюков и генеральный директор научно-производственного объединения Алексей Милованов трудились здесь в 70-80-х годах. Под их руководством были созданы космические аппараты для исследования Луны и Венеры. На предприятии строились лабораторные и испытательные корпусы. О достижениях Крюкова и Милованова можно узнать на этой выставке. Сегодня познакомиться с экспозицией пришли их коллеги и родственники. Но иногда бывало, что папа как-то вот замирал. Вот что-то вот разговаривал и вдруг ушел в себя. То есть мы понимали, что он о работе думал всегда, и дома, и на работе. Его во время отдыха. То есть она его держала всегда. Ну, генеральный директор Милованов, ну, во-первых, он в первую очередь специалист крупный, как технолог. Он понимал, какие агрегаты самые сложные в этой машине, в этом спутнике. И он по этим участкам, где этот агрегат делается, с каждым рабочим придет, поговорит, смотрит. Награды, грамоты, макеты изобретений, архивные фотографии, интересные факты о жизни и работе Сергея Крюкова и Алексея Милованова. Выставка будет доступна не только сотрудникам предприятия. Школьники, студенты, работники химкинских организаций тоже смогут увидеть экспозицию. Экскурсии по записи. Подробнее можно узнать по телефону 8 495 575 54 67.